дамы и господа, вот он, герой сегодняшнего вечера. Это человек, который приехал в другую страну специально, чтобы отметить с нами Наурыз. Наурыз – это равноденствие. Всех с праздником. Короче, встретили круто. Заведение классное, потанцевали, пофоткались, спасибо. Самый главный вопрос, как тебе наши девочки? Ну, я на самом деле растерялся сразу, очень много их и все красивые, я не знаю. Но какую-нибудь одну-то приглядел себе? Да ни одну, в том-то и дело, не мог никак выбрать. А как насчет того, чтобы сейчас вместе пойти и выбрать девочек? У меня тут недалеко квартирка в центре города. Не-не-не, Там есть спортзал, все дела. Ну давай, я готов на самом деле. Пожалуйста, скажи Фоме, у нас есть 3 классных гелика, как минимум, их здесь можно отжать. Не вопрос, сделаем. Отожмем все 3. Отлично, ребята, которые двигаются на геликах, он знает Фому. Фома скоро придет за вашими геликами, и этот чувак можете будет ездить. Лучше сюда ставить перед входом. Отлично, да, ребята, лучше сдайтесь сами. Все. Дружище, большое тебе спасибо. Вам спасибо. Наурыз мирамы, кут ты был сын. Наурыз мирамы. Мирамы. Кут ты был сын. Кут ты был сын. Отлично, ребята, возможно, это даже покажут по ТНТ. Давайте поделитесь эмоциями. Вечер необычайный, интересный. Мы сфотались бананом. Здесь очень весело, круто. Я рада видеть тебя, Паша Фейс-контроль. Ты с бородой круче, у тебя есть борода, и тебе все скажут «кап». Ой! Андрей, возьми крупным планом. Очень красивые пьяные женщины, самое главное. Красивые пьяные женщины, которым звонят подружки, давай я отвечу. Она сейчас не может говорить, она дает интервью, специальное интервью, из Рибая. Теперь пойдем в самую гущу событий, мы идем на танцпол. Девушка, добрый вечер, как ваши дела? Классно. А ваш номер телефона? Еда. Как вам сегодняшний Наурыз, наш такой немножко новогодний Наурыз? Все классно, супер, вообще впечатления классные. Как вам банан среди снега? Классно, банан среди снега вообще классно. Как вам сегодня здесь у нас? Расскажите и поделитесь впечатлениями. Все супер, все нравится, все классно. Я вижу девочку, которая, судя по всему, очень горячая. У нее изо рта даже идет дым. Как вам кальянчик? Очень и очень хорошо. Хорошо. А у вас кальян с каким вкусом? У нас кальян со вкусом шоколада. Сейчас мы разговариваем со Селей, который является администратором этого замечательного заведения. Итак, а как тебе наш сегодня снежный банан? Все супер, он самый лучший, как всегда. Наше заведение самое лучшее в городе. У нас ужасно холодно сегодня, поэтому чувак оделся очень-очень по погоде. И он сейчас хочет поделись с нами, как тебе сегодня здесь, как тебе атмосфера, как тебе девочки, как тебе отдыхается. Ну, на самом деле, несмотря на то, что на улице так холодно, здесь обстановка такая достаточно горячая, теплая. Самое главное, как тебе девочки? Самая такая высокая блондинка, вот она. Высокая блондинка? Да, вот она самая классная. Брат, у тебя отличный выбор. Я могу отдельно продать ее номер телефона тебе. Спасибо, дружище, подойдешь позже насчет номера телефона. Как тебе очень зимний Наурыз и не по сезону фрукт-банан? Здесь горячо, жарко. Фоточки мне потом скинешь, главное, обязательно. Хорошо, все, давай.